в адрес Одесского городского исполнительного комитета обратился инвестор, который планирует выполнить работы по укреплению склона и стабилизации ситуации в данном месте. Он является собственником строений, которые расположены по адресу дачи Ковлевского, 91. И в процессе переговоров ему было предложено также выполнить мероприятие по соседству территории оздоровительно-спортивного лагеря «Виктория» и, соответственно, укрепить оба участка. Это вот все работы выполняются за счет привлеченных средств, то есть за счет инвестора. Соответственно, город не тратит на это средства из бюджета и получает территорию, которая стабилизирует процессы, которые связаны с оползневым проявлением. Соответственно, мы пошли, как говорится, поддержали этот вопрос и решили принять решение и обеспечить сохранность тех строений, которые находятся на территории спортивного лагеря оздоровительного «Виктория». По укреплению это обустройство подпорной стенки с застенным дренажом, что обеспечит укрепление сохранности склона, сбережение строений, а также мероприятия, связанные с водопонижениями и централизованным водоотведением поверхностного стока.